Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и Ноумерс Радио Шорт Ньюс. Да, Аматри выпустили новый ролик, мы до этого дожили, вы до этого дожили. Куча народа еще вчера скидывали мне этот трек и просили замутить какой-нибудь видосик, но я решил не выпускать ролик на слитый трек, а дождаться официальной премьеры и дождался. Трек называется «Космо Камикадзе», у него вполне стандартный хрон на 3,5 минуты и весьма нетипичная для Аматри обложка, вот такая. Гитарки в треке местами звучат довольно альтернативно. Думаю, старые фэны скажут спасибо, что нет рэперской читки на вокале. Примерно вот так звучит куплет. Когда ты смотришь на небо, фонарики, читай молебен. Ни в новый день не закинули сети, где тебе нечего съесть. И вот так припев. Скримики в припеве мне напомнили вокал Славы на прошлом альбоме. Если грубо говорить о типе вокала в целом, то скорее можно сказать, что Аматри решили сохранить тип вокала, который у них был со Славой на прошлом альбоме, а не возвращаться к типу вокала, как был у Игоса, или не искать какой-то новый. Какой-то неприличный выпирающий электроники после первого прослушивания в этом треке я тоже не услышал. Это также должно порадовать старых фэнов, любящих Аматри за металл. Что касается хитовости или запоминаемости трека, по этим показателям он мне показался чуть послабее, чем, ну скажем, «Остановить время» или «Первый», но это впечатление после первого прослушивания. Вы можете сами сделать эксперимент, послушать этот трек, потом пойти полчасика позаниматься какими-то своими делами, отвлечься, и после этого попробовать вспомнить и напеть мелодию этой песни. Вот и посмотрим, получится у вас или нет. Также Аматри уже объявили даты концертов в честь презентации нового альбома. Они будут 11 ноября в Питере и 15 в Москве. От парней то никаких новостей, то сразу много. Имя нового вокалиста Аматри официально пока не называли, но похоже я знаю, как зовут этого молодого парня. Давайте завтра я сделаю ролик, в котором расскажу о нем. И, кстати, это будет хорошим поводом, чтобы подписаться на канал и не пропустить его. Что касается трека, ссылку на него я оставлю в описании. Как он вам, пишите в комментарии. Сейчас как никогда интересно ваше мнение. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. No,